Какие знаки зодиака обожают своих детей, а какие нет? Дети – цветы жизни. Этот расхожий афоризм знают многие. Вот только полностью с ним согласны далеко не все люди. Какие знаки зодиака любят детей, а какие не переносят их в принципе? Здесь не будет привычного разделения на дома по стихиям. Просто в каждом случае провести аналогию очень и очень сложно. Какие знаки зодиака мечтают о собственном потомстве? Астрологи предлагают следующий перечень. Тельцы, овны, близнецы, раки, девы, стрельцы, козероги, рыбы. Причем каждый из родителей относится к чаду совершенно уникальным образом. Поэтому обо всех элементах перечня расскажем подробнее. Тельцы способны окружить свое потомство просто невероятной заботой и вниманием. Детям будет позволено практически все. Тельцы будут прикладывать просто невероятные усилия для того, чтобы дети ни в чем не нуждались в принципе. Овны рассматривают своих детей как своеобразные долгосрочные инвестиции. Да только так и никак иначе. Поэтому способны отдать их сразу на все кружки и секции. Затем же сделают упор там, где ребята сумели добиться успехов. Близнецы – очень внимательные и чуткие родители. При этом к вопросам воспитания подходят крайне осторожно. Близнецы сначала начитаются многочисленной тематической литературы и только после этого начнут что-либо делать. Раки. Для раков семья – самое важное и главное, что может произойти в жизни. Поэтому они окружают ребенка просто невероятной заботой. Нередко это может даже доходить до крайностей. Девы относятся к собственным детям как очень строгие педагоги, хотя любят их всем сердцем. Ребенка пытаются развить разносторонне, по уже созданному в их голове идеалу. Стрельцы обожают своих детей и чужих в принципе тоже. Однако, воспитатели из них получаются еще те. Дело в том, что стрельцы часто обращают внимание прежде всего на свободу. Поэтому малышу будет позволено буквально все. Козероги. Ситуация у козерогов во многом схожа с овнами. Они также пытаются, да и воспринимают вопросы воспитания исключительно как своеобразный бизнес-проект. В принципе, такой подход родителей может сделать успешным и детей. Рыбы в собственных детях находят своеобразную отдушину. Поэтому стремятся завести их как можно раньше. Минус заключается только в том, что рыбы часто уделяют воспитанию мало внимания. Теперь настал черед поговорить и про немного иное отношение к детям. Какие знаки зодиака воспринимают собственное потомство довольно прохладно? В этом случае в перечень попали львы, весы, скорпионы, водолеи. Все сугубо индивидуально. Поэтому каждый пример из указанного перечня стоит рассмотреть более подробно. Львы – самые сильные эгоисты из всего зодиакального семейства. Поэтому собственное потомство нередко просто мешает им блистать. Естественно, именно поэтому они его и не любят. Весы не стремятся обзавестись собственными детьми. Могут просто передать их на воспитание многочисленным бабушкам и дедушкам. Однако бывают и исключения. Некоторые весы способны буквально отказаться от своей жизни и заниматься только воспитанием. Скорпионы не спешат обзаводиться потомством в принципе. Дело в том, что скорпионы имеют много амбициозных планов и замыслов. В итоге они начинают думать о том, что дети способны помешать им в этом. Водолеи. Тут все очень просто. Эти вечные искатели свободы не хотят и не желают обременять себя какими-либо обязательствами. Поэтому и к потомству испытывают исключительно прохладные чувства. Итоги. Какие знаки зодиака любят детей, а какие нет? В этом случае все следует рассматривать сугубо индивидуально. Конечно, довольно часто попадаются и исключения из правил. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.